Хорош! Красава! А я? Молодец! Все! Сам. Я вообще не трогал! Руби! Красава! Все! Хорош, научились мортиру! Ого! Турник вообще не скажет! Ну это надо привыкнуть! Да, да, да! О, молодец, молодец. Это чуть по-новому. Ну, чуть вверх надо толкаться. Лучше. Еще чуть-чуть. Хорош! Красава! Молодец! Вот, ты уже понял, что надо вверх выстреливать чуть-чуть. Молодец. Она тебя любит. Сегодня может быть 360. Ой-ой-ой. Не-не, молодец, молодец, пробуешь. Давай. Не, тебе вот это с ногой не очень. Тяни, тяни к турнику руки. Ты хорошо делаешь, только тяни в зацеп. Молодец, задумался. Что за чапнем? О, я хотел таким было. Я смотрю, как отлетают от меня цветносы. Но аэрослов ночи не били заберет. Если это и лафи тафи, кто-то что-то помнится как дух. Да, пробуй сразу несколько. Сразу, сразу. Мне нужна любовь, мне нужна все выше. И еще раз. Поменялась я на кухне. Ничего не поменялось, я пристарал блюдо. Когда учился в школе, я одел учил. Стреляю в них, но я не стреляю в снегу. И еще раз. Ну пробуй, пробуй. По нарастающим. И еще раз. Так, так научишься, конечно. 5. Ставь себе новые рекорды. Следующая цель 10. Тебе не докручуєш, де ти застряєш. Ти, наприклад, дивись, як ти себе крутиш. Вот так. А тобі треба вот так.
Для сегодня попытки окончены, это максимум. Уже дальше идут плохие попытки, так что дальше мы не делаем. На сегодня тренировка окончена. Короче, попрощаемся, ставим лайки, подписываемся на канал, помогаем друг другу. Увидимся с вами в следующем видео, помогаем научиться элементам. Поддержите лайком, напишите комментарий, и в следующей такой тренировке, неважно сколько комментариев, подписок будет, лайков, все равно сделаем продолжение. Когда будет, тогда будет. Предыдущая мортира была давно, сейчас уже есть прогресс. Дальше будет еще больше прогресса. Самое главное — это пытаться пробовать и верить в себя, что получится. И по-любому, если кто-то, даже я не умею это делать, подстраховать могу, помочь чем-то могу, пытаюсь как могу. Так что вот так друг другу помогайте. И ссылку на канала Инстаграма в описании. Потому что уже пацаны такие по возрасту спрашивали, как канал называется. Как канал называется? Лэпс. Не найдут. Мало подписчиков. Короче, просто ссылку оставлю, вы перейдете, там неважно какое название, будете уже смотреть видео. Парень старается, поддержать. Ну вот, очень минимально он страховал, очень, да? Что? Типа минимум страховки было. Ну да. Ты бы еле-еле коснулся. Да, группировки нормальные, ты вот так. Так я группировку взял. Да-да, тут ты в ноги пришел. О, я чисто там пальчиками чуть-чуть коснулся. Может, тебе уже пробовать не с упора, а просто обычно 540. Просто. Ага. Ну вот, цикуешь. Вот это уже надо пробовать. Я просто не хотел... Ты вот это одно и то же делаешь, такое ощущение, приду сюда через месяц, и ты это дальше будешь вот так делать, с такими же попытками. Хочешь? Нет. Лучше пробовать что-то новое. Вон, тоже контр 360 парень делал, очень хорошо получалось. То есть, есть и другие варианты. Ты все крутящиеся элементы, если будешь делать, то будет лучше. Для развития тебе же бессмысленно одно и то же делать. Но как себе хочешь, тебе просто никто не заставляет. Да, оно нормально. Такие! Ты не крутишься? Ну! Это Женя! Прилетай сюда! Ты не падал, чтобы это было Женя! Во! 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 Підбивай себе вверх! Що? Що? Ти таке дурне говори! Вверх підбивай себе! О! Ну! А чего ты так не робишь, когда ты мортиру робишь? Вот такая же группировка должна быть для мортиры. Вот так вот, так же. Да. О, бачили! Ну, блин, я уже хотел тебя не трогать, ты уже майже сделал. Блин, все, надо тебе делать. Чу роби, и ты робишь. Я стою на всякий случай, если что... Ничего с тобой не будет, ты никак не ударишься, ты разумеешь? Давай еще раз, пальчиком. Бачу, как я начал крутиться, такие сама взял, ничего себе. Мы это засняли даже. Я почувствовал, как я так крутился, давай, 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 давай. Все, сам. Я вообще не трогал. Давай, давай, давай. Да не, ну не ссы. Давай я стану. Че, тебя не ловлю и не трогал. Ты точно. Руби. Красава. Все. Хорош, научились мортиру. Три тренировки. Одна тренировка, две страховки было, два пацана. Вчера мы с ним тренировались, одна страховка была. И не дотренировались до конца. Сегодня уже добил до конца. Все, красава. Учимся вот так, помогаем друг другу. Хочешь доделывать дальше, хочешь не доделывать, это уже такое. Ты уже себя там чувствуешь. Я хочу со стабилити, типа нормально, чтобы... Ну давай еще раз, давай, сразу же. Сразу, давай сразу, вот сразу. Давай, докажи себе, что ты можешь сделать, уверенно. Просто сделай. Все, ты понял так. Все, красава.
Молодец. Я просто, знаєш, що зробив? Я взяв замах сильний, типу, ногами. Ну вот, я тобі говорив, що ти... А ну скажи ти пацанам, що треба робити, як це? Надо делать то, что я делал. Ссылка Инстаграм будет в описании. И канал, YouTube канал, его тоже в описании. Так что пацан красава, молодец. Мы поддержали, да, конечно, но он красава. Мало кто бы так сделал и много кто бы зассал. Ты хороший пример показал пацанам, это хорошая мотивация. Он до сих пор, походу, в шоке, что он сделал. Братанчик помог тоже. Поддержка. Правильно? Все. Можно заканчивать теперь точно. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ставим увидимся с вами в следующем видео. Пока.